Спасибо всем, пацаны, еще раз. Короче, ждем начала. Starline сейчас будет у нас очень-очень скоро начинаться. Вот он начинается. Погнали, короче, ребят. Сейчас я быстро переименую стрим. Вот. Так, 18.05. Все, все сохранил. Так, ну а Team Liquid. Надо добавить, сейчас будет. Сейчас пойдет стрим, ребят. Все, он пошел. На Twitch пошел. Отлично. Сейчас давай, а мы на Starline ссылочку. Отлично, ребята. Ну что, ребята, группа Starline, наконец-то финальная часть началась, вот. Будем пополнять призовой. Будем стримить эти крутые матчи наших СНГ игроков. Сегодня зерговская группа, зерги выясняют отношения, резня, грызня, как хотите называйте. Играют у нас Блай, Овермайнд, МК, Рузерк и Френд, два игрока из России, из Украины, Блай, Овермайнд, МК. Но Блайчик чуть запоздал, поэтому пара другая. Первая Русерк Френд у нас. Вот такие вот дела. Сегодня после Starline я, наверное, ничего стримить больше не буду, потому что турниров я не наблюдаю. Неделя была слишком плотная. Хочется мне немножечко расслабиться, отдохнуть, посидеть. Да, там Бейстрейд что-то стримит, но я Бейстрейд пока мораторий наложил. Не буду их рестримить перед Home Story. А то у них пердак бомбит там очень-очень часто. Вот. Сам посмотрю, короче. Наши войска атакованы. Так, забегает линги сюда от Рузерга. А, нет, это от Memory Freak, это от Френда забегают линги сюда. Минус королева, неприятности на мейне. Рузерг вынужден все возвращать сейчас домой. В общем-то, Рузерк отбивается с минимумом потерь по рабочим. Да он вообще не рабочих не потерял. Как это произошло? Ну, королеву потерял он. Да, слушай, прикольный как. Я такого не видел еще самолетика. А что это? Не знаю, какой-то турик. Френд играл по приколу, видимо. На самом деле, почему бы их не играть, на самом деле. Я как-то раз сыграл, и я так понял, что там за ладер, ну, тоже очки дают, как бы, за этих челов. Хотя там, наверное, мало будет давать. Не, самолет уже давно я видел, но, видимо, это когда ново вышло, вот это все было. Теперь самолеты будут, даются. Короче, у Рузерга третья хата Беллинг Нест. Френд-то что-то очень много лингов. А что они? Погодите, он беллинг басит сейчас. Да, 24 линга, 4 беллинга. Все это двигает сюда. И нечем Рузергу просто ответить в данный момент на эту агрессию. У него даже беллинг неста нет. Это 1-0, скорее всего. Ну,
отменяет Рузерку хату, сейчас френд. Рузерк не успевает стеночку выстроить, катастрофа. Беллинги врываются, линги врываются. Все что-то падает, Рузерк и Шибейнов пофокусил, но чувствую, что его это нифига не спасает. Так, два Бейна еще на мейн припрутся сейчас в рабочих. Рабочих Рузерк не успел сплетануть. Ну, тут френд тоже не идеально, конечно, взорвался, но 12 дронов минус. Это 1-0 абсолютно очевидный. Г пишет Рузерк. Ждем следующую игру. Ну, с такими темпами у нас группа быстро кончится. Честно говоря. Ну что, вторая игра, френд. Ну, Рузер говорил, что он сейчас практически не тренируется, то есть он так фуфан поигрывает. Конечно, ему тяжело противостоять. Френд, я так понимаю, тренится сейчас. Вот, хотя не знаю, насколько много. Ну, френд в последнее время, в принципе, он стабильный как бы был. ГМЛ и т.д. Вторая игра, поехали. Френд против Рузерга. Френд 1-0 повел уже. Вот он, фпенчик от него. Так, да, Мару Тивай завтра планирую постримить, ребят, завтра много чего будет. Так. Короче, ребят, вторая игра. Третью уже Рузерк ставит, но он действует примерно так же, как действовал в прошлой игре. Ну, в прошлой игре забегание лингов от френда. Да, ну как бы там сверхдемеджа не нанесло, но потерять... Кубик активировал премиум на ваш канал. Потерять первую королеву это не очень хороший расклад. Так, сейчас чуть потише сделаю браузер, ребят, погодите. Орёт мне прям ухо. Вот, спасибо, Убик, спасибо всем, короче. Starline мы смотрим, ребят. Не знаю, какое продолжение Starline у нас там будет. В принципе, можно как бы и завтра там что-нибудь пильнуть. Но завтра, наверное, люди будут еще не готовы, скорее всего, играть. Сдается мне, поэтому лучше пильнуть как-нибудь на неделе, на следующий. Я думаю, будет интересно в любом случае.
На выходных есть нам что посмотреть. На выходных завтрак, кстати, Веск. Приходить в 11:00. Сегодня прошло всю ночью, как бы там. Но я вижу, что там не было смысла стримить. Там в одну калитку, как и предполагали, скалейцы все пробрили. Разве что пили-пили, пробрил оппонентов своих там. И прошел турнир. Кстати, надо бы найти его, будет скайп, может, как бы он репки подскинет и получится застримить по репкам, например. Так, здесь что-то френд пытается хитро оббежать, в итоге бегал-бегал и сразу через овера пробежал. Пытался Рузерк сбить королеву, что-то нифига не вышло, короче говоря. Здесь у нас уже беллинги врываются, два дрона минус, но в этот раз у Рузерга хотя бы есть беллинг нест ответный. Рузерг уже делает лейер, между прочим, это как-то очень рано прям даже выходит. Линги грызут часть королев, часть бьются с лингами оппонента. Вроде как здесь пока выдерживает Рузерг, но королеву терять было совсем не обязательно на самом деле. Ну тут беллинги поперли вперед. Один прям в бейнов взорвался оппонентом Эмори Фрика, он же френд. Короче, по рабам уже 10 рабочих разницы, судя по всему. Так, здесь еще беллинг взрывается. Что-то все бабахает. .55-41, даже если не додавит сейчас френд Рузерга, все плохо, конечно, у Рузерга очень. Ну еще пока, кстати, еще можно вытащить здесь лэр раньше. Ну вот, бомбят опять беллинги, опять дроны, минус 9, уже минус. Короче, везде катастрофа всем направлениям. 10 дронов потеряно, френд разводит очень жестко, здесь беллинг линга взрывает. 22 числа новый патч. Ну вот нам до 22 и нужно, короче говоря, все провести. Так что пилите плотный график, в общем-то, будет интересно. Я думаю, что... Не, ну можно провести опрос среди игроков, если они не против там плей-офф на новом патче играть. Но я думаю, какой в этом смысл, как бы. Так, мама пришла сейчас на дверь открыть, секунду. Нам-то только веселей будет это все дело, конечно, но я думаю, что это будет не очень честно, как бы, и не очень, это будет не очень, короче, я думаю, вот так вот. Шпили пошли, но 46-28, совершенно неадекватная ситуация по рабам. Линги выпиливают дронов, 18 дронов у Рузерга остается. Рузерг, видимо, надеется на то, что у него шпиль, как бы, там... Это технология. Ну, тут шпиль раньше же даже, ё-моё, пошел. Это печально просто. Как-то френд достойную игру показывает, я скажу вам. Понятно, что в другой паре Блайчик фаворит. Если, конечно, Овермайнд МК Блая пробреет, то получит респектон сразу от всех. Естественно. Но если Блай пробреет и будет с френдом биться, то тогда... Мне кажется, интересная ЗВЗшечка будет. Ну и как обычно, какая у нас система будет? Лузера будут играть вперед винеров у нас, чтобы было более интересно. То есть винер матч и сайвер матч будет четвертым-пятым идти по списку. Как бы. Я думаю, что все за, и это будет круче, интереснее, там и вообще замечательно это будет. Рузерк — это игрок из Питера. Култи друг, насколько я помню. Ну или не друг, может знакомый, как бы я там, честно говоря, не слежу за всеми, не могу уследить. Култи этим Старкрафт больше не играет. ГГ пишет Рузерк. Вот, ну что, Блай против Овермайнд МК нужно смотреть. В прошлом очень неплохо он играл, Рузерк. Ну сейчас, видимо, как бы не хватает времени трениться, поэтому...
Задержка, помните, 11 секунд. Ну да, это, видимо, про Overmind МК. Вот. Так, не надо брать сложные никнеймы просто, тогда будет все нормально, блин. Ты, может, мне предложишь Эвердоса еще Рейлом называть, что ли? Хрен вам, вот вам. Никнеймы каждый день придумывать, чтобы все путались, блин. Чего, блин, эти? Тролли, что ли, ё-моё, что вы тут устроили? Интернет испортил вас всех. Короче. Так. Так. Так, какой лук? Где ты там на канале, ё-моё? Секундочку, ребят.
Так. Короче, я не знаю, Magic что-то спорит, я не знаю почему. Хотя это вот по... Это для стрима делается просто, понимаете, как бы... чтобы интрига сохранялась до конца. Почему? Потому что, как бы, когда... Ну, то есть, бывают группы, где явные фавориты, например, да, есть. И они, ну, Венера сыграли, это только третий матч получается. И все, как бы, людям менее интересно, люди расходятся со стрима, да. Вот так делалось на ВЦС, как бы, когда корейцы еще были. Почему? Потому что корейцы отыграли, все, там крутые игры кончились, играют мертвечина европейская дальше, все расходятся, так делали, как бы. У нас, конечно, все сильные, но, тем не менее, фаворитов я в конец хочу отодвигать. Ну, то есть, это, по-моему, это нормальный формат, как бы, никто против не был. Вот, ну, не суть вопроса, короче, ждем мы продолжения. И все дела. Так. Frozen. Храм во льдах. Первая карта. Овермайнд называет, чтоб его Лулу называл я. Блин, это вообще не вообще, ну... За такое бабки надо требовать, реально. Ладно, шучу. Бабки ни с кого, ни за кого не надо требовать. Бабки надо, чтобы зарабатывались, короче. Ребят, поэтому поддерживайте меня и мой канал. Подписывайтесь на премиум. В этот месяц и суммируются премиумы. Вот, поддерживайте по реквизитам. Лучше через плеер, конечно, потому что, ну, для рейтинга полезно в этом месяце. Поехали, Блай против Лулу, он же Овермайнд. Так, вышел Лулу. Который Овермайнд. В сетке-то Овермайнд указан.
Приезжает Блай, мешает хату ставить. А, погодите, это Лулу сам мешает Блая хату ставить. Ну, Блая газ пул, здесь 17-я хата, пул пошел, газ надо пилить. Накусал Блай дрона, а на одном хп он ушел, повезло, что один хп отрегенился. Ну что, здесь 19 дронов больше, чем у Блая рабочих намного, но здесь бежит интерес, такая тема. Блин, короче, я не знаю, что хоть выходи из скайпа, а? Задолбала эта хрень уже, короче. Че его глючить-то опять? Может, обновление какое-то скачать надо, ребят. Сегодня спрашивал, уже со скайпом проблема, реально, как бы, постоянно как будто он прогружается, эта хрень крутится, как бы, криво сообщения посылают. Нельзя поменять статус, и, блин, приходит оповещение там о том, что, да, ну, там, кто в сеть зашел там и т.д. Два дрона сгрызает Блай, Блай что-то прибежал, и шестью лингами просто унижает, ё-моё. Сейчас королева выйдет, тут она выходит, надо ее окружать, срочно поджимать к хатке. Что Блай делает? Королева будет уничтожена. Будет королева-то уничтожена. Блай сзади погнался как-то с перебором. Можно было и лингов сгрызть, я думал, сейчас Блай лингов сгрызет, потом будет гнаться. Блай, муф раньше Блай видит Беллинг Нест, видит, муф заказан. Все, он видит прекрасно, как бы. Плеточку сам делает, и что дальше у нас будет? Не знаю, что дальше у нас будет. Оверлулу или Лулу Майнд? Хороший вариант. Так, погнали, линги. Куда там они погнали? Они погнали, конечно, к Лулу. То бишь, к овермайнду им. Но Лулу много лезть лингов без мува. Сейчас Блай не контролит немножечко лингов. Взрывается на беллинге. Сейчас мув будет готов. Блай агрессивничает очень-очень жестко. Зачем-то забежал всеми сюда. Давайте Блай сейчас еще гребет. Не, ну тут 6 роущей как бы пошло. Делается стенка дополнительная, как бы. Но вот такую эволюшн прогрызается на изичах вообще. Так, Медведев, Дмитрий, что, какой еще праздник? Здорово всем, ребят, на Твиче, на ГГ-плеере, на Види ТВ, на Одноклассниках. Вот я единственное не понимаю, СК2 ТВ сейчас работает или нет. Что-то в чатике мне никто ни хрена не пишет, поэтому я даже понять не могу. Вот, ну там тоже всем привет. После того, как СК2 ТВ стал этой автосервисом. Так, что-то тут Лулу-то, овермайнда, просто масс-масс лингов пришло. Но знаете, как жестко подрешали брудлингов, брудлинги были с трех просто зданий. И они так грызлись там, как никогда не грызлись. Прикиньте, сколько брудлингов сразу выскочило у Блая. Они ситуацию спасли для Блая, на самом деле, и не слабо, но Блай отбивается. Остается у него аж целых 9 роучей, и это значит, он сможет пушить эти, да. Кстати... Роуч Ворон погиб, а рейвенджеров можно без Роуч Ворона морфить? Хрен там был. Нужен рассадник тараканов. Нельзя. Там тоже Роуч Ворон, да. Кстати, смотрите, здесь рабов больше всего, больше 5 роучей заказано. Реально, реально как бы... Ну, supply блок. Как же не вовремя? Поставь ты, ё-моё, плёток пару.
Привет, Фреш. Приходит в лайн, у Блая значительно больше ручут, если б Лулу, он же овермайнд, поставил бы пораньше бы немножечко плеточку одну и овера пораньше заказал, он бы мог бы здесь еще отбиться, хоть он и так может отбиться, а что, дроны не добывают и не дерут сейчас, ими драться хотя бы начать, я не знаю. Смотрите-ка, Блай-то тут сливается просто. Молодец Лулу, овермайнд, который держится хорошо. Очень даже неплохо держится против Блай, реально. Сейчас непонятно. Блай даже, наверное, топчик СНГ на данный момент. Ну, Стрэндж еще есть, который очень круто отыгрывает порой. Ну, Стрэндж, Блай-то стабильно, как бы тренец, у него команда есть. Это его, как бы, работа получается. Стрэндж учеба. Ну, у него тоже команда есть, но он из-за учебы не всегда тренится нормально. Что за дискорд? Я хз, видимо, короче, как скайп, но вопрос не в этом, а в том, что в скайпе просто все контакты, несколько сотен, наверное, там у меня уже, я даже не знаю сколько. Вот, в скайпе как бы конференции все ключевые и т.д., там много всего, но что-то он глючит в последнее время. Последние пару дней, точнее. 6 дронов, Блай убивает Лулу, делает Лулу Лэр, Блай, что Блай делает Роучи сейчас масит. У Блая плюс один, да, делается, а с плюс один это качественно другой юнит. Шилинги против них бесполезны будут сейчас, безарморенные. XZMM пишет на Твиче, у меня дома рассадник тараканов, не дай бог они мутируют. Блин, ну если ты, короче, будешь испускать газы всякие... зловоние, и вообще у тебя будет очень грязно дома, то тогда, поверь мне, там такие реводжеры вылезут, тебя заплюют, в общем, вообще мало не покажется. Скажешь им бы вообще, так что лучше, ну, за этими моментами-то контролить. 73-86, по лимиту здесь ситуация. Блай выдвигается вперед, Лулу тут в тыл заходит, пытается роуч подгрызть, ну, тут плюс один роуч, просто он, как они плюют за два залпа. Убивают за два удара. Блай накрывает чулингами. 85-78. Вот надо вот здесь на рампе бой принимать. Как бы Лулу прячется. Фаербул в молоко проходит. Блай даже без реводжеров заходит. Сейчас три доделаются. Здесь что-то все застряло. Реводжер сразу падает. Идеальная позиция, чтобы была фаербулы накидывать. Вот здесь вот такая. Ну, здесь контур фаербулов нет. А здесь тоже бабла еще жестче было бы можно кидать. Несколько лингов на мейн забежали. Но это 1-0 бла, это очевидно. Сейчас Г пишет. Лулу, ГГ, ГГ, Г. Вторая карта нам сейчас нужна. Ну, молодец, держался против бла. Очень даже достойно, как бы, да. Но немножечко, видно, нервничал. Не понимал, как реализовать. Не понимал, когда преимущество есть. А было преимущество. Так, Дасан, вторая карта, следующая. Создаю. Поехали.
Ну что, 1-0 Блай, погнали. Игра номер 2, ребят, всех рад видеть. Пятница, поздравляю, выходные будут. Далее у нас можно будет отдохнуть всем, естественно, немножечко. Вот, но мне будет не до отдыха. Правда, сегодня, ребят, турниров нету больше, помимо этого. Вот, Base Trade пока рестримить не буду я, поэтому сегодня, наверное, немножечко я подотдохну все-таки. Вот. Поставлю вам записи, там этот ИМ Шанхай не досмотрели. Так, ну что, Блай тут выдвигается. Крипсерфер, здорово, всем здорово. Ребят, подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал. Знаете вы все реквизиты, реквизиты в описании. Через плеер лучше, правда, это делать. Стримерский марафон в этом месяце, потому что идет. Нужна ваша поддержка, как никогда. Ну и смотрите мой канал, записи я тоже ставлю, если что-то не видели, как бы смотрите плеер, оставляйте там, неважно. Вот. 24, поме 24, как бы у меня канал стал пока. Обычно, правда, 50-50, у меня 12 часов стрима, 12 часов записи, то есть ночью, как бы по московскому времени записи, а днем стримы идут. Ну и сегодня, наверное, поменьше стрима будет, потому что начал я в 3 часа, как бы, и закончим мы часов, наверное, в 8. Получается, как бы, сегодня такой недолгий относительно стрим будет. Но, завтра в 11.00 уже стартуем опять. Завтра Мару будет биться, между прочим, ребят, против Тивая. Финал Весга азиатского, а дальше там по обстоятельствам все будет. Завтра с Зергом буду шоу-матч играть. Так что такие дела. Ну что тут, смотрите-ка, Лулу, Блаю просто два дрона сгрызает. А чем Блай занят? Я чуть не вкуриваю сейчас. Блай занят обороной. Ой-ой-ой, жесткий здесь улын идет, но у Блая плетка есть. И, блин, с плеткой тут что не сделай. Блай, правда, дронов не сплитит. 5 дронов, как с куста, уничтожено второй. 16-8 по рабам, но вот эти 8 на золото можно просто изи перевести, как бы. Хотя Блай просто новых построит. 16-12, у Блая... На самом деле все абсолютно норм. Хотя здесь тоже золото, как бы. Чё-то сегодня Лулу, он же овермайндик-то подготовился, прям смотрю, неплохо, к Блаю. Забавно б ник корейца этот называли бы. Они бы плюнули и придумали свой вариант какой-нибудь корейского. Так, пытается тут Лулу присанить Блая, но, блин, вот если бы он плетку взорвал, ситуация могла бы быть другой. Плетку не взорвал, и все, у Блая в порядке. Продолжает масить лингов исключить, но здесь-то Бейна у Блая есть, вот в чем проблема. Блая еще плеточка пошла. Блая, понимаешь, здесь терпеть ему придет, сейчас мув, правда, будет готов лингом. И Блай, кстати, прогрыз камень, сейчас забегания начнутся. Во сколько шоу-матч? Какие ники местами поменять? Зачем мне ники местами пенять?
Ну, Зерк говорил о вечере ориентировочно 9 часов, как бы. Ну, там будет турнир Ladder Heroes, я хочу перестримить его вечером, поэтому я буду уговаривать Зерга часов 6 сыграть, начать, как бы. Не знаю, сможет или нет. Формат Бо-5 или Бо-7, как бы. Я, не знаю. Я говорил Зергам, что могу сыграть рандомом Зергу, но Зерг говорит, хз, как бы, не знаю, то есть ему все равно, кем я буду играть. Вот, так что посмотрим, я, может быть, просто сыграю тогда за каждую расу. Может, меня Зерк вообще пробреет за рандома. Лучший запрос, привет, ботаники. Привет всем, ребят! Помните про поддержку, ребят, в этом месяце будет еще столько матчей, блин, что вы охренеете вообще. Еще и в Вол поиграем, когда время будет немножечко. Так, взрываются Бейны. Здесь Бейны вперед выдвигаются. Привет, Азот. Блайд сам Бейнами вперед идет. Три размененные, два Лулу. Кстати, здесь Роучи есть, здесь все в порядке. А у Блая что вообще? Есть Роучи? Нет ни у каких Роучи у Блая. Было бы здесь плюс один еще. Так, здесь, правда, нету третьей хатки. Парабан Лулу жестко уступает Блая. Здесь выход пошел, но здесь две плетки есть, как бы, и, ну, здесь всего достаточно, чтобы отбиться угла. Но если было бы штук 10 бейнов, можно попытаться было бы сделать все хорошо. А бейлингов 3 всего, то есть это на самом деле очень-очень слабо. Блай очень много лингов, но долго что-то Лулу собрать, кушать, не кушать, как бы не понимаю, что сейчас происходит. Накидывается на плетки, Блай просто с разных сторон пытается окружить. Ну, окружить не окружил, но Роучи никуда не уйдут. Прирост у Блая, лимит в два раза больше, это 2-0. Ребята, здесь контрзабегание, прошло Г, пишет Лулу. Г. Так, зову мы роста френда сюда, как бы, и в группе почеркаем. В смысле, ну, калитку ПВП, может быть, так и было бы, но если... Вот. Ну, если я буду рандомом, я уже так бы откровенно не стал говорить. Так. Король Сиджонг, станция первая. Ну что, френд готов? Готов ли Блай? Никому не говори, все видят и так, не волнуйся.
ваши близкие отправились в путешествие. Так, ребят, рекламку сейчас пельну. Так, я думаю, откуда музыка идет? А это Lenovo. Спасибо, Фастрон. Спасибо всем, ребят. Где Диро? Где там чё вообще, ребята? Ну все, Блай против Френда. Я я, чтобы было... Ну, как бы, не то, что интереснее, чтобы аудитория максимально долго оставалась на стриме, как бы... На всех стримах я предложил в челленджере делать как? Делать матчи Венеров и Десайдер матчи четвертым и пятым по счету, сначала лузеров играть. Вот. Но и здесь мы так будем делать со следующей группой. Просто сегодня Блай попросил, ему нужно ехать домой из Киева, как бы он сейчас в Киеве живет с подругой со своей, он, я так понимаю, в Житомир, короче говоря. Ну, а... Поэтому спешка есть определенная, надо войти в положение. Так мы пустили этот матч вперед. Ну, это самый топчик матч, естественно, Венеров здесь. Ну, а следующая группа, вы узнаете расписание, когда еще. И т.д. Вот, Юр, слушай стримы, ты все услышишь, как бы... Следующую группу будем лузера первыми. Так что такое дело. Ну, когда люди просят, это мелочь, как бы можно поменять местами. Все будет нормально. Здесь у нас хата, углая тоже хата, билды зеркальные. Что такое? Так, стеновой. Королева успешно. По поводу премиума у меня есть на Киви. Там маленечко бабла еще на пару премиумов. Или на один, не знаю. Так что, если надо, могу как бы приобрести. Но это позже, в паузе. Вейлинг Нест у Френда. Третья хата. Блай, третью пытается нагрызть. Отменяй, Френд! Френд не отменяет третью. Как это произошло? Ё-моё, 400 просто потери на ровном месте. Как же так? У Блая Роуч Уоррен придется прессовать, но это провал всего билда, на самом деле, вот такая ошибка. 4 линга сгрызают хату, так нельзя ошибаться, ребята. Здесь еще дрона Блай накажет. Френд, конечно, неплохо его здесь водит, но и 3 линга за это наказал. Но, тем не менее, блин, потерять так хату, это очень был печальный момент. Привет, Биг Клейс. Как активировать этот премиум, если ты имеешь в виду на Good Game, то на GG Player зайти под плеером. Премиум кнопочка есть, туда жмешь, вылезает такая штучка. Вот, и там слева активировать ключ в левой колонке в самом низу есть. Вот, вылезает таблица. Блай прибегает лингами, опять пытается хату загрызть. Бейлинги вроде у Френда, а Блай лингами его напрягает, причем роучи уже 7 штук пошли, пошло и может прессовать. Чалику привет, вам всем тоже от братана привет, вот он тут стоит. Сегодня сопровождал меня привет на брусьях, когда я там занимался, вот. Холодно у нас, наверное, минус 5 сегодня было. Для меня как-то иммунитет сейчас не ахти. Прям как-то подморозило маленечко меня на брусьях. Вот.
Люди приспособились там, и они 40-летние, такие уже мертвые, уже как бы они даже углы поменяли, потому что снизу там оторваны железные фиксировки. Вот. Ковры там выбивают, сегодня вышли ковры, мужик там с мамой своей, или не знаю, с кем выбивать, что-то смотрели. Минут 5 побивали, я там дергаюсь, ушли. Может, мешать не стали, а может, выбили все, уже не знаю. Так что такие дела. Возвращаем некоторым вещам их функция изначальная, в общем. Ребят, Блай идет вперед, 80 на 60 по лимиту, что-то я флужу очень. Так, Декскиви можно купить премиум. Просто другой способ оплаты выбираешь и все. А, хотя там через WebMoney, по-моему, проходит через Киви. Судя по всему. Ну, кидай мне на Киви, я тебе куплю, что там говорить-то. Если самому сложно. Там можно через Киви, но Киви пробивает операцию через другой кошелек. Так, мы... так, здесь беллинги роучи, Блай беллингов принимает, просто лучше не придумать. В итоге Блай все разбирает, 92-78, фаерболы падают, идеально, минус 2 роуча дэмэджиных. Короче, разгром, Блай что-то в этой игре вообще просто громит френда. Ну, Блай сейчас силен, что тут говорить. Так, вторая карта у нас что? Храм во льдах, вторая карта. Создаем. Так, поехали. Гимнасты в про. Какие гимнасты, успокойся. Просто надо иногда форму поддерживать. Вот мне реально как бы... Ну как форму? Просто, ну... Мертвый был после операции, хоть уже и больше года прошло, уже почти полтора. Я такой херней занимался. То есть, если бы я и не занимался, я чувствую, ногу бы... Много бы восстановил бы просто быстрее бы гораздо. То есть я сейчас ее уже полностью сгибаемость восстановилась. Правда, хрустит все жестко. Там, конечно, связки эти новые. Вот, ну, я думаю, это уйдет. В будущем должно уйти тоже. Посмотрим. Так. Так, домашние брусья с турничком это хорошо, но на улице, на воздухе делать это все кайфовее гораздо. Я тебе скажу честно. Вот, ребят, сегодня на меня без обид, не обижайтесь, я сегодня постримлю Starline, отдохну, потому что за последнюю неделю, я не знаю, сколько часов настримил, за последние дни 5 часов 50, наверное, как бы за последние 5 суток, даже больше, может быть, вот, поэтому хочется немножечко отдохнуть в пятницу. Вот, завтра мы ворвемся с новыми силами в 11.00 Мару против Тивавеска и далее там просто... До конца гейминг, что называется. Вот, но сегодня надо немножечко отдохнуть. Я вам запись поставлю, как обычно. Досмотрите ИЕМ, кто смотрел предыдущим вечером. Вот. И все дела. Так.
Так, прибегает Блайн, но здесь Фрэнк должен отбиваться, он даже королеву, я думаю, не потеряет, выведи ее, не вывел, это ошибка была на королеву было выводить. Понял, только я при чем здесь Брусья, турники, родина и брат 2, ё-ма. Так что не надо тут. Герой Сухорукова сам все понял по итогу. Братан прав. Стеновой, ну что у тебя получилось все? Ну отлично. Стеновой.ру активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Стеновой. Короче, ребят, поддерживайте. Премиум можете впрок накупать в этом месяце. На 5-10 активироваться и смотреть ближайшие полгода, там, год. Вот. Шоу-матч в 21.00. Какого шоу-матча? Шоу-матч будет завтра, если ты про шоу-матч с Зергом. Или какой ты шоу-матч? Так, прибегает Бла, еще и Роуч сюда понемножку подходит. Фрэнд строит 10 Роуч, но постоянно что-то тайминг у Фрэнда не успевает тут. Если бы он третью хату сейчас отбил, это автогэгэнчик был бы Блаю, просто я вам честно скажу. Потому что, смотрите на разницу по рабам и вообще на разницу по всем параметрам. Фрэнд делает реведжера, сейчас Фрэнд еще в контр-пуш изи может выходить просто. Вот, задержка 90 секунд. У Блая здесь еще, кстати, оверы висят. Сейчас 4 реведжерами надо позбивать бы. Что Фрэнд и пытается сделать. Блай пытается отвести овера. Надо фаерболить. Фаерболь, Фрэнд. Фаерболит, Фрэнд. Вот этого надо забрать еще сейчас. Забирай этого, Фрэндик. Ну что ты боишься-то? Куда-то там кидает на опережение, а он и не летит никуда, чертик. Так, опять Блайд забежал, Фрэнд идет вперед. Короче, Фрэнд здесь буксует свой пуш зря, на самом деле. Так, не, Фера, у меня такого подхода нету. А тем более, родина... формы и хорошего здоровья, она вот на свежем воздухе, я тебе честно скажу. Так, заходит. Заходит Фрэнд, 86-83, Блай оборонительно, чисто дома здесь бьется, нахрен лезть-то туда, вот проход узкий, ё-ма. Фаерболт и рампу, фаерболт и Роуч Ворон, там всю эту фигню. Блай выходит, опять Блай Брудлинге помогает, как в одной из игр против... Ну вы помните, Лулу. Куда ты, Фрэндик, пошел? Реведжер там дохлый, танкует здесь. А, там Блай опять контур. Забегание лингами делает. Фаербол пошел. От фаербола нужно сныкаться. Че, Блая больше уже? Да, Блая уже больше. Надо сваливать отсюда. Фаерболит Фрэнд все. Надо уходить. Что-то медленно-то у него все идет. Как будто как в Варкрафте поставлено, знаете, чтобы медленно юниты одинаково с быстрыми ходили. Это хрень. Людей же такого и нету. Так, минус 8-95, игра равная абсолютно здесь идет. Пытается забежать Блай в очередной раз. Теперь технорокер. Ставки не знаю. В чате можете ставки делать. С каким зергом самым обыкновенным. Который стримит у нас на Good Game. Предложили, что шоу-матч такой. Зерг готов, я готов. Сегодня даже за зергов поиграл, чтобы не проксами, не пвп чисто играть, а разными расами сыграть бы. Вот. Приходит Фрэнд, тут фаерболит немножечко. Блай принимает тоже бой, грейдов нет ни у кого. Блай 16 лингов делает. Фрэнд... Блин, у Фрэнда гигантское количество армии оставлено дома, чтобы дефить эту третью хату, черту.
Так, здесь контр забегания в тыло от Френда идет. Нужно ли лезть на облая дальше сейчас? Ведь он разбирает просто Френда. Сейчас разберет здесь. Граф поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает. Спасибо за стрим. Ё-моё, Френд пришел, а тут лингов миллиарда заказано. Уйди ты, ё-моё, сейчас тебя сгрызут с лингами. Потерять эту армию основную, это провал полный. Какие же ошибки Френд сейчас делает? Ну, это провал, ребят, это ГГ, скорее всего. Ну, прогнал ты, все четко сделал. Отступи, соединись вот с этой хренотнёй-то всей. Спасибо, граф, за стримы, спасибо, всем спасибо, что смотрите. Так, здесь у нас что? Здесь у нас бежит все вперед. Блай опять забегает, 129-121. Блай фаерболит овера. Заходит на ХГ, Френд что-то не реагирует, Реводжера сразу сфокусил. Тылу линги, по Блаю у фаербола, не посмотрите, как Блай сплетанулся. Блин, такая маленькое место, и туда именно фаербол падает. Френд здесь, кстати, неплохо дрался бы, если бы чуть больше юнит еще было бы у него, так вообще замечательно было. Такое ощущение, что Френд даже отбился, и 10 лимит, все, разница. Вот этих дохлых реведжеров бы напилить сейчас роучи бы. Было бы вообще замечательно. Вот как раз 75-ка газа есть, да заказать лингов. Будет Френд в ответку пушить, выходить, дронов надо заказывать. Заказывает дронов, у Блая Лейера нету, да, нету. Ну, с Киви нельзя через ГГ поддерживать. Спасибо, Стеновой. В любом случае. Ну да, конечно, Блай на опыте. Привет, Фоллинджер. Блай еще на каком опыте? Вот на каком, он еще и Бэйна Мехату здесь добивает, 103-122, ему теперь нахрен лезть не надо. Тоже есть такой аверс, мне это объяснять не надо. Не обязательно атакой увлекаешься, билдом может быть своим. Увлекаешься чересчур. Бывают моменты, когда ты по билду выигрываешь какого-то там фаворита на турнире, там, я не знаю, корейца, как бы, у меня бывало, начинаешь нервничать, ну, или не корейца, как бы, и пытаешься, как бы, ну, реализовать прямо здесь сейчас, хотя логика говорит о том, что не нужно этого делать, как бы, нужно просто чуть затянуть, а ты все равно куда-то ломишься. Так, 116-144, здесь контр забегания лингов, Блай опять Френда разводит, Френд вынужден будет сейчас атаковать, но при таком раскладе хата не отменяется, здесь все падает, я думаю, что атака это обречена, конечно, на провал. Все, пошел на лом. Блай морфит Равагайров побольше, роучи у него намного больше. Даже на фаерболы попадает, но все нормально. Короче, Френд в десайдере, а у нас лузера. Лулу, он же овермайн, там, как, против... Против... Так, кого надо Френда? Так, Блая нужно кикать. Против Рузрерга. М4 дней 55 поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает. Хороших выходных. Спасибо, Мэдни 55. Опа, 220, вижу от тебя стеновой. Короче, ребят, всем громадное спасибо за поддержусь. Вот.
Сейчас пацаны подчеркают карты, скажут, и мы будем смотреть матч лузеров уже фактически. Так, а на Киви там большая комиссия? Чуть на прем не помню. По-моему, не дико большая. Так, Frozen первая. Храм во льдах у нас первая карта. А так, спасибо, конечно, громадное всем, ребят, за поддержонс. Вот, очень-очень приятно. Бля, сколько копеек? Да я думал потом, ладно. Не сегодня тогда, потом. Просто у меня на Киви там есть 400 рэ. Так, разыграть, просто раскидать по несколько премиумов в чатике. Подгон сделать. Вот, а то что-то ублая прям столько же премиумов, сколько у меня практически. Опа, а здесь смотрите, что. А что это такое, кстати? Может быть, решил Лулу сделать билд, как играл? Может, решил сыграть билд а-ля Матис играл, который у нас Лулу. Не, нифига не такой билд. Тоже, в общем-то, Беллинг Несс пошел. Так, ну. Появилась новая королева. Так, все, здесь деньги прибегают от Рузерга. Дима Мартов, премиум на мыле должен быть, на котором у тебя зарегистрирован твой аккаунт. Вот. Алис СК2, привет. Да, турнир идет, название читайте, ребята. Вы все поймете. А я, кстати, не переименовал, что ли? Нет, все, я переименовал. Взрывается Беллинги, Лулу, Фрэнд. Так, фу, Фрэнд, Рузерк, конечно, Фрэнд ждет. Фрэнд в лузерах ждет, прошу прощения. Точнее, не в лузерах, а в десайдер матче уже. То есть он выиграл, проиграл Блаю, теперь десайдер ждет оппонента.
Здесь такая пока равная борьба идет. Ну, хата у Рузерга пораньше и рабов у Рузерга побольше. Здорово всем, ребят. Желаю всем приятных выходных. Пятница сегодня, завтра, суббота, соответственно. Но сегодня после Старлайна я буду отдыхать. Вы уж извиняйте, поставлю вам записи ЕМА Шанхая, которые не кончились еще сегодня ночью. Там еще день 3 и финал, оказывается, будет. Так, прибегает нагловато здесь Лугас. Прибежал сейчас прям в Беллинга вгрызся, не знаю тайминги продакшена его. Здесь лингом бесполезно убивать. Вот. А завтра уже с 11 утра будет врыв, поэтому помните об этом. Завтра Мару против Тивая на Весге финал будет чисто в 11 утра. Вот и все в азиатском Весге. Ну, посмотрим мы ТВТ. Плотненькое такое. Хорошее забегание от Рузерга. Минус королева. Ну, признаться, как бы Рузерг просто в хлам проиграл френду. Вот. Просто в хлам. Здесь же как бы у него все лучше гораздо в этой игре. А Овермайнд, он же Лулу, хорошо смотрелся в матче с Блаем. Казалось бы, да, должен тащить, но что-то пока не тащит. Так. Спасибо, Стеновой тебе, Дима Мартов, короче. Если ты залогинен был в аккаунте, тебе должно быть стоять была галочка активировать сейчас, как бы. Ты там что-то тупорезишь, короче, премиумы там должны там быть. Вот. Дефач Тарейс активировал премиум на ваш канал. Писал про тебя Дима Мартов. Ну, не знаю, там есть ли Локич или кто-нибудь сейчас на месте. Не уверен я вообще. Вот. Ну, здесь у Рузерга шпиль пошел, а здесь, здесь мук роучем делается. То есть можно с роучами выйти попробовать. Так, тут два Бэйна от Рузерга попёрли, что-то не реагирует. Лулу вообще здесь ни на что. Но Рузерг мастерски взрывается, лучше и не придумаешь. Вообще ноль рабочих двумя бейлингами убил, они во всех разных взорвались. Здесь королеву Лулу спасает чудом каким-то. Че по лимиту он плюс сейчас, плюс один мув. Так, плюс один мув роучем будет готов. Ну там мутки 8 штук заказано, роучи при таком раскладе уже бесполезны. Спасибо, Стеновой. Вижу 425 еще от тебя. Спасибо большое. Что-нибудь разберем. Здесь 11 муталицков. Я думаю, это будет финал просто для Лулу.
Ну и спасибо, Дима Марковский, за поддержку. Просто будьте внимательны, когда премиум вы покупаете, ребят. Просто в последнее время что-то все это не пофиксит, короче. Мне еще скайп лагает, сообщение не присылает. Этот момент в чем? Как бы можно покупать без логина, потом оказывается, что премиума нигде нет. То есть просто обновляйтесь перед покупкой, чтобы были вы залогинены, и ставьте кнопку автоматом активации. Либо как бы... Ну так и надо, если аккаунт есть. Просто мыло указывается только если вы там не с кошельков, которые там основные, по-моему, применяете. Хотя я не уверен. Короче, мускоро очень отбивает. Здесь что-то линги отменяют. Сейчас передроп еще пойдет. Хорошо, Рузерк мутый сработал. Третья хата сейчас. По чуть-чуть раскачивает. Вперед летит. Здесь 10 гидралов. Ну, блин, 10 гидралов здесь не спасут. Тем более, сейчас линги погрызут на приросте выходящую гидру. Ну, хотя не один тут гидрал погиб, в принципе. Люркер Дэн пошел. Ну, какие к черту Люркер Дэны, когда рейндж гидре не сделан, как бы, и ты муту видишь, что у меня до хрена там этой муты. Как без рейнджа гидре браться вообще? Зоран 44 рус. Задержка 90 секунд, во-первых. Во-вторых, на ютубе это канал Good Game. А аспирант Андрюха, вот, он как бы за ним следит просто. За что ему громадное спасибо. Вот. Так, записи там все мои, если что. Так, ну тут еще пока не конец. Я не понимаю вот это вот, что вот вообще. И что этой гидрой можно сделать с пятью рейнджом. С пятью рейнджами, блин. В следующем патче гидра вообще будет семью. Вот это будет сильно, конечно. Я даже не знаю, что с такой гидрой здесь делать. По-моему, мне кажется, этот апгрейд о будущем отменят. Давайте, блин, еще грелкам 7 возвратим, как когда-то было. Это она вообще унижали просто. Скайп обновить? Надо, да, обновить. Сейчас я чуть не помню, где там обновление. Не буду сейчас искать, короче. 25 мутали, что здесь уж, ё-моё. Здесь кошелюра есть, ну, Лулу на двух базах сидит, там уже четвертая просто уже вовсю добывается. Ну, тут аклик будет просто от Рузерга очевидный, как бы, и все. Так, Эволюшн пробревается, не выйти из-за Эволюшна. На, вперед идти, что делать? Чего вот эта дура здесь вкопалась, не понимаю. Ядру можно уже в лоб снести таким количеством муталисков, по-моему. Ну, Зерг хочет бомбалейла сделать, он ждет выхода. Дима Мартов активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Дима Мартов. Отпиши, как ты разобрался с этим. Так, пошла гидра. Так, идет гидра. Сейчас она зайдет сюда, смотрите, и будет больно, скорее всего. Мутка пытается подагрить здесь все вперед. Нормально бомбит. Рузек угорает Лулу. Он же овермайнд МК. ГГ, ребят. Вторая игра. Ну, весело хоть кончилось. Так.
Не надо тут нам в группу вступать. У нас закрытая группа, короче. Апофеоз, вторая карта. Вот. Так. Короче, ребят, сейчас я кое-что посмотрю. У меня автоматическое обновление в скайпе стоит, странно. Короче, ладно, потом разберусь я со скайпом, ребят. Так, здесь 700. Ну что, погнали далее, ребят. Ну что, Рузерка 1-0 ведет. Опять сначала с мейна здесь. Пул, газпул, точнее, здесь то же самое, кстати говоря. Ну что, ребят, поперло все вперед от Рузерга. Делается Бэллинг Нест. Здесь просто муфлингом, и они тоже хитро отбегают, но...
Они сейчас еще и встретятся друг с другом при этом всем, что самое интересное. Смотрите, два хитреца-чизерка. Так, я не знаю, где эту версию смотреть в скайпе. Вот я посмотрел, у меня автообновление стоит. Я просто не нашел, где вручную его даже обновлять. Я что-то не вкуриваю. В настройках посмотрел, нашел, где обновление настраивается. Ну, что-то... Вот, что-то не нашел, где там вручную его обновить. Ну, это потом, ладно, это все мелочи, вроде сейчас он начал нормально, ну, статус стоит как бы нормально, но с другой стороны сообщение поздно проходит. А, граф, понял, спасибо тебе, напомнил, что, да, действительно, подзабыл. Смотрите-ка, Лулу-то нагрызает, здесь еще линги выбегают, а здесь еще здесь контрзабегание идет. Беллингами развести, ой, точнее, голыми лингами развести Зерга, который играл в линга беллингов, но это как-то с перебором. Так, заходят линги сюда, надо сгрызать. Вот то в предыдущий раз погрыз, его беллинги взорвали, а теперь боится, в общем-то. Твои зерги пролили кровь врага. Спасибо, Графти, что напомнил. Всем громадное спасибо за поддержку. Очень приятно и очень нужно сейчас, конечно же, в этом месяце все очень жестко. Вот. Борьба до последнего будет идти. Так, тут что-то линги везде пытаются забегать, я смотрю. Лулу пытается опять развести, но здесь бейнов много. Спасибо за информацию, Барс 54. Сейчас потом запрошу помощи. Так, вот я не понимаю. Масятся линги, есть бейлинг нест, но бейлинг баста тупо не идет. Вот они только сейчас вперед выдвигаются. У Рузерга ошибка, ни одного овера контроля здесь нету, ну, пространства данного. Золото здесь запиливается, если Рузергу золото не законтрить, конечно же, у Рузерга все будет хорошо. Так, здесь линги наламываются, бейны с другой стороны заходят, сейчас надо оббегать, естественно, еще бейны морфятся. Бейнов 6 штук, надо врываться, куда же ты врываешься, золото там в... Хорошо, взорвались. Г+, пишет у нас Рузерг. А почему он пишет Г+? Потому что ему нечем отбить, ребята. Так, третью карту. Я что-то не заметил. Какая у нас третья? Так, галактический процесс у нас третья карта. Да, спасибо за инфу, обновление как раз поперло, да. Может, лагнет у вас маленечко там. Сейчас. Один-один, ребят, поехали.
Да идите. Гэл-гэл, хочу написать, шрифт не переключается. В баню, короче. Ну, скайп хоть обновил. Просто запись сейчас идет постоянно, поэтому, ну, к компу доступа нет. Особо приходится все делать одновременно. 1-1, интрига у нас, ребята. Погнали. Привет, Памир. Сегодня группа, да, только с ЗВЗ, но сейчас после этой группы я вам запись, ребят, поставлю, потому что, ну, сегодня хочу отдохнуть, завтра с 11 утра начнется стрим, как бы, и будет долго-долго идти, на самом деле. Ну что, ребят, опять через два газа опенинг улулу какой-то интересный. Ну вот против такие, вот такой билд однобазовый на Дасане делал Зерк Матис против своего соотечественника Тирана Соула в каком-то из гоф УСК, кто смотрел его, тот точно видел, как бы я там стримил. И он делал Роуч Ворон и просто... В трех сверхбыстрых реведжеров играл, приходил, потом еще два и пятью просто пробивал все бункера, до танка, до всего там сверхранние, как бы. Но билд рассчитан на отсутствие разведки. А здесь опять Беллингбаст пошел. Здесь опять Беллингбаст пошел. Ну, наверное, сейчас френд, я не знаю, смотрит или нет, наматывать на ус, что здесь происходит. Потому что вы видите, что-то пацаны-то агрессивные какие-то стали совсем. Ну, по рабам, причем у Рузерга тайминги все лучше, но по рабам вровень. То есть тут из-за вот этого газа как бы такой перекос получается. Бейнов здесь пока нету, заходит два Бейна. Фокуснула одного королева, второго надо фокуснуть сейчас. Куда ты фокусишь-то, Бейна, фокуси! Бейна не сфокусил. Короче, катастрофа какая-то. Так, здесь Бейлин заходит. Так, название стрима читайте и увидите вы, что смотрите тогда, и не надо вопросов задавать. Так, ну что-то тут... 28-30 по лимиту сейчас ситуация. По рабам Рузерк на одного. Дрончик впереди. Здесь 4. Нахрен 4-мя-то Беллинга грызть. Грызит и 2-мя, ё-моё. Достаточно этого будет. Рузерк пытается развести. И разводит вполне успешно. Пока что сейчас Беллинг будет уничтожен. Ну, правда, задел он пару лингов еще. Лулу ведет сейчас с лингов с мейна в попытке отбить. Так, блин, тренинг взрывайтесь. Два Бейна еще приходит. Короче, сейчас Рузерк золото отменит, и это будет катастрофа уже тогда, конечно. Неплохо Бейн взорвал трех лингов. В итоге один только добегает. Здесь дроны поехали. Куда они поехали? Они поехали. Это билет в один конец, ребята, я вам честно скажу. Куда вы, пацаны, едете? Сейчас Рузерк вас бомбанет. Вот он, Бейн бежит, отгоняет. Здесь не отбить хату никак. Все, падает. Хат 25 хп. Догрызи ты, ё-моё. Взял и не догрыз. И зачем так делать плохо? А ведь сейчас выйдет королева. Просто инъекцию не делай. И трансфьюз подкопи там. И
Может быть, нормально все. Так, королева выходит, грызает в пехоту Линги. Королева с брудлингами сейчас вам покажут. Чертям, что тут, к чему. Брудлинги выходят. Брудлинги нормально, кстати, с лингами. Там не парочку лингов грызли. Обязаны они были сгрызть. Продолжает Рузерк давить по рабам по всему флюсе. Хата вторая готова. Я думаю, сейчас задавит на мэйне просто. Бейлинг никуда. Не надо так Бейном взрывать. Ну тут, конечно, Рузерк сейчас просто забегание делает интересное, как бы пытаясь напрягать. Кстати, отсюда, с этого направления, никуда забегание не сделать. Здесь везде камни прикрыты, только через центр можно фактически оббежать. Вот через верх можно было сюда, да, оббежать. Но там могли оверы висеть. Рузерк собирается обороняться, у него есть плетка, две королевы, линги, до хрена бейлингов, то есть тут продавить шансов нет никаких. Я не знаю, что должно случиться, даже если не контролить здесь ничего, само взорвется очень жестко. Секунд это стандартная практически задержка. Ну, 2 минуты обычно стандартные, а мы поменьше делаем. Ё-моё, как бейлинги Рузерга сейчас взорвались жестко. Ну, тут Лу уже не сопротивляется фактически. Своих бейлингов вообще в никуда взрывает. Так, атака расстояние увеличивается. Сейчас на много стримите, много поддержки. Шанс нагнать есть, но минимальный. Главное закрепиться в топе так, чтобы всяким абузерам и чепушам не было желания как бы догонять за свой счет. А если и догонять, то за большие деньги, как бы, в общем-то, и все. Поэтому поддерживайте меня и мой канал. Так. Исключаю из группы. И зову кого? Френда, правильно. Так, куда нам надо-то? А вот, что-то я смотрю и не вижу ни хрена. Сейчас, секундочку, ребят, вернусь я. Thank you.
Так, ребят, все, я здесь. Прошу прощения. Вот. Так, Мороз у нас первая карта. Так. Так, да молодец, нормально ты сыграл. Вот, спасибо за участие. Тренируйся, и все нормально будет. Так, что-то Рузек пока не подходит. Ну, мы в любом случае ждем, что нам остается делать. Надеюсь, это не какой-то лаг в батлнете. Короче, десайдер матч у нас получается сейчас будет. Вот. Ждем готовности от Рузерга. Поехали. Ну что, Фрэнк против, против Рузерга. Блай уже вышел. Ну, Фрэнк здесь тоже фаворит, он уже обыграл, соответственно, Рузерга один раз. Вот, ну Рузерг не изменяет себе, посмотрите, самое-самое раннее, в общем-то, тут он агрессию делает. Не знаю, сделал ли выводы для себя Фрэнк из предыдущих игр. Такое ощущение, что по вот этому дрону, что ни хрена особо не сделал. Вот. Ну, посмотрим. Первый старик зависит от того, что там будет происходить. Я так понимаю, на Star League еще не доиграли. Возможно, ее я постримлю, как бы, если она будет в будущем. Но я, правда, не знаю. Может быть, уже и доиграли. Там что-то не обновлено, нифига было. Вот. А не, все, доиграли. Флэш Майнд, Майнда 2-1 выиграл. Я охренею. Флэш пришел просто и всех развалил. Шаттл 1-0 Бису выиграл матч за третье место. Вот. Там призовые, конечно, смешные, но то, что Флэш уже пришел и всех разваливает, это прямо удивительно. Не играл просто в первый StarCraft столько времени. Вот. Завтра шоу-матч будет, пока время точно не скажу, вечер.
Это будет вечер, ребята. Не после 6, может быть и в 6, может быть позже. Ну, то пока мы продолжаем смотреть, Decider у нас здесь идет. Рузек там хитро оббегает сверху, у Френда нету сейчас. Так. Рузерк не понимает, где его оппонент находится, это провал. Потому что он сейчас не туда побежит, просто пушить, и это называется провал полный. Забегает Рузерк, а здесь никого нет. Бывает такое, но одного-то линга надо же противоположное направление тупо послать, как бы. Здесь уже Балентнес, здесь плетки, здесь все понял, короче говоря, Френд, и это катастрофа для Рузерга, очевидно, да? Если бы он сюда шел, посмотрите, здесь точно бы ни плеток не было, ничего бы здесь точно такого не было бы. Никаких Балентнестов здесь еще не было бы, стационарной обороны стопроцентно. А в итоге Беллинги где-то сзади. Плетки дал строить, здесь два Беллинга сверху, королева на рампе, и все в порядке, в общем. Ну, с хату вбрысь, может, шанс какой-то будет, а то я сомневаюсь. Так, здесь линги спускают. Так, Беллинги спускают. Беллинги все в мясо просто взрываются. Хат пытается прогрызть. Здесь трансфьюз Рузерк. Кидает, точнее. Френд. Вот, Рузерк понимает, что это глупо было сейчас. Так вот, могло зайти легко. Так, урги в мое, он как, руками контролировать 200 лимита? Не за процов 5-6 контролов хватало обычно на 200. Вот, тирана тоже хватает, за зерга не хватает, ну зергу и не надо, в общем-то, постоянно все посылать, только замес основной там вручную посылается. Забегает френд, ну тут очевидно, что у зерга плохо все в этой игре. Френд, правда, бейнов не контролит совсем. Хата готова, кстати, рабов построен, здесь луч ворон, здесь как бы уже рабов больше, технологии лучше, как бы здесь все замечательно на самом деле. Так. Ну, Рузерк оживается, типа, рабочим, что самое интересное. Пытается выйти в лейер, для чего ему лейер, пока не знаю. Будет ли здесь роуч какой-то прессинг, тоже вопрос, пока открытый. Рузерк лингов... Нинья Стыли поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает, Абвер предал нас, продавшись казуальной игре. Очень жалко, что он топ-1. Спасибо, Нинья Стайлти, но это уже дело Лёхи, во что ему там... играть и что делать. А за поддержку всем громадное спасибо, ребята, она очень нужна в этом месяце. Вы это все помните. Секундочку, я сейчас стану. В окне как-то жестко открыто, по-моему. Вот. Холодно как-то прям сижу и мерзну. Хотя в носках шерстяных вроде. Пошла плиточек пошел сейчас здесь у нас. Ну, кстати, интересная попытка от Рузерга что-то предпринять, но тайминг поздновато, слишком он большой ущерб получил. То есть здесь надо штук 6 плеток, и то хрен знает. Здесь же, оу, да ну какой-то. 15 роучей, Беллингов, десятка линги, забегая. Здесь контрзабегание ничем не поможет, даже вот этого роуч. Не, это сгрызут линги все-таки. Но были сразу же уничтожены. Здесь бейны заходят, кто-то в рабов идут. Плетку взрывают. Что там? Взрывает плетку у нас, френд. Заходит, шпиля нет. Еще ГГ, конечно. Конечно, ГГ.
Так, что у нас второе? Галактические врата, старая карта. Поехали. Так, скайп обновил. Скайп обновил. Ждем от Розерга подтверждения готовности. И один хрен сообщения сразу не посылаются что-то. Видимо, там не только в обновлении дело. Установленная версия последней является. ХЗ, короче, что за хрень там? Так, вот три. Все, тренд ведет, погнали. Pepsi.ru поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает, а Verol Evolution не стоило отменять. Спасибо, Pepsi, тебе большое. Конечно, не стоило Verol отменять тогда. Спасибо всем, бригада. Вот, тебе, Pepsi Rus, огромное спасибо. Вот. Помните про поддержку. Если Pepsi Rus будет какие-то еще идеи, сообщай. Так, ребят, все, возвращаюсь в игру, что-то отвлекаюсь, ну, надо поддержателей добавить, громадное всем еще раз спасибо. Так, Pepsi тебе не обновил, сейчас обновлю. Здесь вот. Как только кончится этот матч, вернусь без задержки к вам. Задержка сейчас 90 секунд. Плетка. Где плетка? Плетка это у Розерга строится. Ну, здесь попытка якобы агрессии была от френда, но он грамотно с нее съезжает, заказывая дронов сейчас. Вот, и все замечательно становится у него.
Так, в общем-то, пока вровень все получается. Рузерк третью ставит, у оппонента его третья даже чуть раньше. Попытка отменить, но здесь линги рядом, не отменить будет, конечно, френду третью. А здесь Рузерга, кстати, нечем ему, нечем френду ответить на рузерговских вот этих лингов. Они дэмэджа очень много наносят, сейчас 4 подбегают, но 4 переагрились, линги отгрызают здесь им голову. Одному лингу сейчас... Так, контр-рыв идет, в этот раз Рузерг что-то не реагирует, долго очень реагирует. Паш, ну, ё-моё, как 2Б? Так, Рузерг под френдовскими прямо пилит сейчас. Рузерг забегает. Ну, чё Рузерг боится-то, я чуть не понимаю. Здесь 2 Бэйна делаются. Здесь 2 Бэйна есть, на рампу уйти взорвать. Хороший взрыв сейчас Рузерг делает. Френда один Бэйлинг здесь выжил. Короче, Рузерг пытается как-то контрить этих Бэйнов. Так, ну, тремя лингами не надо грызть. Как-то опасно-то тут Рузерг действует, а? Можно 2 было одним сейчас взорвать, не получилось. А, потерял еще Рузерк, короче говоря. Лингов и все, провалил пуш, но пока живет. И посмотрите здесь тайминг лаерка, какой хороший тайминг. Понял тебя по всему русну, сообщай мне. Я за любую, в общем-то, движуху, естественно, особенно в столь месяцы плодотворные, как эти. Ну, да и в любые месяцы, в общем. Ну, та поддерживай просто меня и мой канал, соответственно. Вот. За это тебе громадное спасибо. Ну и идеи тоже будем притворять в жизни все, которые будут. Если будет идея какого-нибудь старенького что-нибудь постримить, у тебя интересного, сообщай. Я сам что-нибудь выберу в ближайшее время посмотреть. Я думаю, когда будет на неделе тайминг пауза какая-то. Вот, посмотрим. Но на с этой недели должен... не с этой, со следующей, после выходных должен начаться лай... Ой, как Бэйна опять взрывают. Лингов рузеровских. Должен опять Life and Cup начаться. Так, ну здесь Бэйлингами Рузерк встретил нормально. 22 линга еще заказывает. Но на мутку-то надо выигрывать ресурсы. Газ выигрывать нужно на мутку. Здесь муфроу чем делается... У Рузерга ситуация, считаю, очень даже неплохая. Вполне здесь получается. То есть ему сейчас надо нам... Минералов что-то нету. На третью подраскачать минералов так и не будет. Видишь, третья не раскачана ни хрена. Королевами можно принять этого уверсира так, чтобы он ничего не развел. Нужно встречать тогда просто. Не встречает, ничего Рузерг вообще не встречает. Муталиски не заказано. Вот что за тупёж, что за втыки? Можно, во-первых, не дать было шпиль... Увидеть сейчас. Можно... Так, здесь контроль где-то был, да нет? А, вот здесь вот что-то контроль какой-то был. Ну все, спалил спиль сейчас. Прекрасно у нас с френд, и он будет готов. А прикиньте, если бы он не был готов. То есть, а что нужно было? Как бы вот этой королевой проводить оверсира, этой встретить. Все, он где-то вот здесь, вот в этом районе погиб бы тогда, я уверен. Он и так-то погиб. Так, два эволюшена Рузерк делает. Летит, сейчас можно овер разбить. Так, там роучи выдвигаются вперед. Куда они там выдвигаются? Сколько роучи? 20 штук. Ну, Талиска всего 6. Это явно мало, чтобы 20 роучей сдержать. Тем более, вот им мув готов. И кто их будет встречать-то там на рампе? Вот я накаркал у Рузерга. Что-то я уже вижу, что не ахти ситуация. Потому что роучи с плюс 1 разнесут здесь все в пух и прах на второй базе. Вот. И ничего не сможет с этим сделать Рузерг. Вот дейлинги даже не будут хорошо помогать. Почему? Бэйлинг тут такой бах, как об стенку взорвался, вообще-то. Разбежался, как видюха эта старая, где там. Как правильно убиваться об стену. Вот баянчик старый вот этот вот. Так, сейчас и Бэйлинг, в общем-то, поступил. Ну, кстати, Рузерк отобьется. Главное, крит дэмэдж не наполучать здесь. И хаты не отдать ни в коем случае. Есть закопка появляется. Роучи копаются, нужны оверсиры. Пошел Нидус Мэн сейчас от оппонента Рузерга. Что там, 6 королев? Королев, кстати, не так уж много. Где оверсир? Оверсир номер один готов. Роучи упали. Дронов надо возвращать на добычу. Здесь линги подгрызли. Оверсир медленно, но верно прилетает. С Мэна дроны переводятся на вторую и на третью, судя по всему. Да, на третью тоже переводится. Здесь надо выкапываться по Рузергу, он не выкапывается.
Кстати, по лимиту, кстати, Рузерга рабочих больше после всего этого. Ну, по боевой ситуации лимиту как-то не ахти. Нидус пошел на лоу-граунде, к Роучу сейчас пилится. Армор хорошо, да, армор нужен здесь, но... Не нужно здесь муток 12 штук держать. Здесь надо мутки больше строить. Я не понимаю, почему Рузерг тупит. То есть он понимает, что там нафиг атака есть. Поздний армор заказывает мутку. Все, что ему нужно было, это масить мутку в этой игре. Вот мое мнение. И он просто королев бы забрил бы. Так, идет атака, пока королев вот Рузерг пытается убить. Роуч заходит. Кажется, Рузергу не выдержать этот прессинг. У меня такое ощущение возникает. Королева снизу с дренжом. Надо контролить мутку, не законтраливать. Все, вот здесь имеет даже не 12, просто хотя бы на 4 штуки муталиска больше. Уже бы ситуация другая была. Штук 16 бы муталиска было. А Рузерг бы мог намасить еще больше, я вам честно скажу. Вот он 8 заказывает, то есть он вот это мог все иметь в бою на самом деле, если бы не тупил. Ребятки. Френд. 2-0. Выходит Блай и Френд из этой группы. Русских игроков убивают, но они не были фаворитами, естественно. Здесь, в общем-то, очевидно, да? Поздравляем их. Так, ребят, задержку убираю, к вам возвращаюсь через полторы минуты.